Ну, я считаю, мы играли лучше соперника и должны были брать 3 очка сегодня. Какие-то ненужные голы. Мы были лучше, мы должны были брать 3 очка. Ненужный гол — это не везение? Возможно, где-то как-то, но мы все профессионалы, и, может быть, надо где-то было сыграть попроще еще что-либо. Допускали какие-то индивидуальные ошибки. После ухода в раздевалку Панина много игрового времени стал получать. Как себя чувствовал? Насколько тяжело было? Да хорошо, чувствовал, я пропустил первый период, поэтому чувствовал себя хорошо, было много сил. Сибирь уже подгоняет, вы за этим как-то следите, в турнирную таблицу заглядываете? Да не важно, кто подгоняет, надо сейчас месяц там отдохнуть, подготовиться к следующим играм, выходить, выигрывать. Главный тренер обещал во время олимпийской паузы дать вам отпуск, отдых. Есть ли какие-то планы, чем займетесь во время свободного времени? Пока что не могу ответить на этот вопрос. Буквально вот в ближайшие дни все разъяснится, все скажут. Скажут, где и как отдыхать. Может отдыхать, может работать.